Всем привет. В общем, доделал я вчера доверху. Вот. Больше все. Не хватило сил. Вот. Не забыть бы маяки повытаскивать еще. Ну, направляющие. Вот. Ну, стена одна готова уже. Будем ехать дальше. Решил я сегодня переделать электричество на улице. Вот. Сделал здесь розетку. Вот. Взял такие каучуковые, которые не намокают. Вот. Провел сюда. Вот. Переставил камеру, хорошо приделал. Отдельную линию под свет. И под камеру отдельно. Вот. Все пополивал уже. Даже травушку чуть-чуть поливаю. Каждый день понемножку. Ну, чтобы она не выгорала. Не люблю с желтым, как тут, видите, уже выгорает. Люблю, когда зеленое, хоть что-то во дворе есть. Вот. Все пополивал. Грядки, цветы. Вот. Завтра. Сегодня уже не буду. Завтра поставлю свет на той стороне. Вот. А, еще сделал кран. Тут кран был старый, и он тек. Все это лилось под стену. Даже стена еще как утром я поливал, мокрая. Вот. Взял у друга паяльник и сделал такой кран. Теперь поливать хорошо. А, еще купил такую штучку поливать, чтобы... Вот. Сейчас жара спала хоть немножко. Возможно, еще пойду по штукатурю. Вот такие дела. Всем привет. Новый день уже. Вчера мне лень было штукатурить. Поэтому сегодня нужно все в двойном размере мне сделать, чтобы нагнать. То, что-то я вчера поленился прям. Все, закончил я на сегодня, наконец-то. Вот, тяжковато, конечно, туда-сюда прыгать, поднимать наверх этот тазик. Ну ничего, медленно, но зато потихоньку идет. Вот, почти две стены у меня уже готово. Все полил, чуть-чуть пролил, все. Можно отдыхать уже. Вот, я сегодня поставил лампочку. Вот. Ой, хорошо, на улице опять сегодня жара была такая. Ну, обещают, это дождь. Будет сегодня ночью вроде бы как. Тучки вот вроде набежали чуть-чуть. Ну, посмотрим. Ну все, можно идти сегодня уже отдыхать. Всем привет! Наконец-то я дома. Тяжелые были рабочие будни. Но зато у меня сестра переехала в Ессентуки. Вчера заезжал к ней после работы. Дала мне рассады ореган. Сказала, чтобы я посадил, скоро ко мне приедет. Сейчас там чуть-чуть обоснуется. И еще я досадил укропа. Мало осталось уже. Вот, жарко у нас сегодня, жарко. Так, хотел штукатурить, нет воды.
Ну, слабо-слабо течет, видно. С утреца все поливают. Вот сейчас, может, попозже уже будет все нормально. Буду делать дальше дела. Вот я, наверное, не показывал, что перешел уже на эту стену. Вот чуть-чуть сделал. Сейчас вода будет, буду дальше делать. Всем привет. Так и не дали вчера воду. Ну, дали, вернее, только уже в 11 часу вечера. Поэтому я сегодня штукатурю. Сейчас покажу. Вот. Здесь я доверху дошел. А здесь полоса вот только до сюда. И мне теперь нужно, чтобы эта стена застыла. Только потом я доделаю вот этот кусок. Вот, переехал на эту сторону. Сейчас тут. Вот. Но у меня остался один мешок. А те, кто продает, телефон не отвечает, чтобы заказать. Буду ждать, может, ответят. Всем привет. Уже что-то я отвык от камеры снимать. Времени не хватает. Вот. Там даже не снимал то, что делал там. Сейчас покажу, что я доделал там. Вот. Так все по-старенькому, нового ничего особо не случилось, не произошло. Вот. Поэтому сейчас покажу, что я сделал, и вернусь к вам опять. Ну вот, комната у меня почти готова. Правда, времени мало, конечно, с работой по чуть-чуть вот так вот приходится делать. Но уже остался только вот верх возле двери. Вот, так что немножко я сделал. А, у меня там еще покупки кое-какие есть. Надо будет. Сейчас я сниму вам, покажу. Да, и сразу там, кто начнет писать медленно, все. Я просто вас приглашаю сюда. Будете мне мастер-класс показывать, потому что как одному делать быстро и работать успевать. И уборкой заниматься, и всем на свете. И косить, и штукатурить. Аж иной раз, правда, и не хочется видео снимать, выкладывать из-за таких вот умников, которые начинают там рассказывать. Приезжайте, покажите мастер-класс. Ладно, сейчас я покажу вам покупки. Вот это первая моя покупка. Это вентилятор. Потому что без него, ну никак в такую жару. Вот он прям дует очень хорошо. Вот что, следом у меня тут же рядышком еще одна покупка, и это телек. Уже, наверное, дня 4 прошло, и я толком не могу даже его посмотреть, все, времени не хватает или быстро засыпаю. Вот, повесил пока его сюда, на кронштейн. Вот, следующая покупочка, это болгарка. Вот, без нее никак, много таких там мелочей, которых надо отрезать, подрезать. В общем, забор надо будет делать и дверь прорезать. Ну, в общем, пригодится. Дальше. А вот это небольшая сварка у меня тут. Это штуки для фена, для изоляции. Сейчас покажу его. Вот, небольшая сварка такая тоже пригодится на забор. Много еще чего делать надо будет. Вот, фен такой, это для термоусадки. Там провода, где скрепляешь, вместо изоленты одеваешь такую эту, сейчас покажу, пластмасску. И этим феном нагреваешь, и она и красивая, вот. И изолентой не надо сматывать, и более надежно. Вот еще одна крутая штука, это дрель. Наконец-то я себе ее приобрел. А то я постоянно к другу бегаю, прошу, не люблю просить, поэтому вот. Ну, а это
А это фритюрница. Я люблю картошку фри. Так захотелось, блин, купил. Знаю, что вредно, знаю. Вот, привезли мне цемент. Я его сюда затащил. По 50 килограмм мешки, по 25 нет пока в селе у нас. Вот, из-за этого цемента мне 2 дня вылетели. Просто сорвал спину. Ну вот, на сегодняшний день это все. Пока что нас хмарит и ветер такой. Но дождя вроде не обещали. Вот. Все, сейчас пособираю все кусочки видео, что я снимал. Сейчас пока разберусь, где что склею, выложу сегодня. Ну все на сегодня. Все выложу. Дальше буду снимать. Как наснимаю, так выложу еще. Все. Всем пока-пока.